Знает, как вот Не, так ну что-то. да, так я же не говорю ничего за это, что я говорю о том, что тебя нет в свете, ты не Не, видишь, не что тут надо. происходит. Сейчас Лимон все проанонсирует. Правильно, Лимон? Единственное, я не смогу видеть, вынесли вы ее в свете или нет. Я могу только сказать ник и Ник, метка. произнеси и все. И все. Остальное, Зоэл, скажешь, если не вынесли, значит сразу. Остальное следите сами. Давайте метки вам по анонсу. А дайте рыбу. Рыба стоит. А где? Не видно. Кто-то топчется по ней. Прекрасно. Подожди секунду. Вот Мидвей, когда ты в тьму заходишь, босс изначально стоит в центре. Как ты зашел, он двигается на тебя. Или от тебя, или на тебя. Чтобы поставить его в центр, пробеги через него. Либо если он от тебя отходит и поворачивается. Я понял. Ты его централизуй обязательно, потому что потом начнутся проблемы с лезвием. Я понял. Можно вопрос? У нас сейчас в тьме захило, за глаза хватало. Может быть, я в ДД и в свет? Нет. У нас просто двое не вышло в свет. Просто свет не вышло вдвое сразу. Проверили, первая, вторая остаются на третьей фазе, соответственно, третья фаза. Это когда открываются порталы, когда появляется босс и в свету, и во тьме. Первая, вторая остается во тьме, третья, четвертая выходит в свет. Соответственно, по хилам Честер остается со Славикасом, они остаются в свету, постоянно в свету. Далее, Дори, ты выходишь на третьей фазе в свет. Во тьме остается Ладждан, Далинский фон. Чек на готовность. Давайте там, сам ставь теперь. Все готовы? Отчет на пол. Во. Да-да-да, отлично. Проворачивай, иди ромбик, проворачивай, ромбик, иди ромбик. Ромбик. Бьем пока, бьем. Все. Угу. Отлично. Нормально. Бьем. Дайте задуматься, Алю. Падение метеорита перебежали. Давай, Лимон. То я думал, что ты не заанонсируешь. Молчу. Давай, квадратик бьет. Следующую метку даст на рейд. Битью. Открыт. Квадратик стоит. Тер 3 секунды. Потом когда упадает. Побежали, алло, прием, вот теперь бежим. Потому что вы сейчас подбежали под фрейм, мог туда кинуться метеор, всех бы отрезал. Не бегите раньше, чем он анимация. Выноси шредер к стенке. Шредер выноси. Надо перевести больше ДД. Мы успеем. Шредер, выноси метку. Так, вторая фаза. Заход эти танка. Танк, заходи, ставь, покажи, когда зайти. Заходить. Заходим. Встаем в квадратик. На рондах не ориентируйтесь. Капля сразу на. Сразу ханты на пул, да, на пул. Давайте стоим, не дрожим. Все, рост, давай. Дед экстрим, выноси. Следующая лужа выносится справа от текущей. Куда ты повернул? Лезвие, если же. О, так. Держим, Медвей, держим. Я твою прожимку еще не отдал. Ой, повис. Я повис. Диском похоже. Висим. Ну вот, ребят. Где лезвие появилось? Короче, смотри, лезвие появляется наискосок. Да. Дерево к дереву. Тебе нужно изначально было встать чуть-чуть
чуть правее столба вот этого с месяцем, если ты еще видишь картинку. Ну. А нам встать примерно где-то в ромбик или чуть-чуть левее. Вот и все. Все, окей. Все сейчас отлично, как бы сыграно все было. Давайте что-то дождемся. Как бы ДПС у рейда есть, чтобы убить босса? Да все нормально, просто я вижу, начинается паника, когда там 5 человек вырываются. Ну, чтобы паники не было, есть такая функция заглушить голос. Если кто-то не нравится в Дискорде, заглушайте голос, если вы знаете тактику. Если пойду с Дону пока. Если вы не полностью все знаете, то лучше послушайте. Пойду покурю и заглушу всех, чертовая мать. Да, давайте покурим, пока диск кончится, минутки 3-4. Потом можно и в ВК сходить. Еще не пускают. Как обычно, только X2 лежит. В Дискорде игры есть. Че, в смысле, ввели как в этом? В аккаунт? Не, как в Стиме скорее тут. Заходит. И только игру скачал. Заходим.
Да, заходите все. Библиотека сейчас, поход... игр. Сейчас, походу, все умрут. Может вообще до пула откатить. О, вот это прикол. И он лежит. Так, сейчас, тише. Босса нет, сейчас лезвие появится, все в лезвие. Чё там будет? Ну тут да чё? Шарики летают. Никак. Да, вот он, босс. Ну, ребята, умираем. О, прикинь, ну, по-моему, можно выбежать отсюда. Это кто успел? Сейчас опа. Пока не, за... не о, заходите. Можно, можно, кстати. Ждем всех пока сейчас, потому что сейчас будут боссы опять вайпаться. Агро нормально, Макс. Ты просто стукни, если сам видишь. Да я заслакал вообще что-то, он моментально. Обычно что-нибудь там мне говорят всякие. Ты рогой упадешь на клаву и умрешь. Слава, убегай сюда. Да. Да тут хантов два штуки. Они вообще нормально все происходит. Танчеслав, ты что-то побежал-то? Я во тьме, а босса нету, это нормально? Не добежал. Выбегай за стен. Пытаюсь. Не добежал. Так, ждем всех, кто там остался у нас еще. Да, Дум, все здесь остальные, да? Лок, давай. Труба, да. Труба не зашел. А, да. Остался только Труба. И вот чай продохлый. Я живой, я во тьме просто. Выходи с инста, зайди заново. Вот. Труба, труба, ждем тебя. Труба, труба, ждем тебя. Он с ФСБ идет, тут маг, да? СМК? Блин, плохо. Лучше подал Агре там, МК или Орхидея. У вас бы ДПС побольше получали. Спит, этот самый. Спек эгоистов. Я пока не могу использовать эту способность. Ну, себе а что сами нужно давать? О, она есть маг турбо. Но есть МК, магическая концентрация. Увеличивает рейтинг крита на 3%. И если человек, которому дали МК критует, то у мага тоже прокает на 3% увеличение крита. Только это МК надо обновлять, когда вы заходите из мира в мир. Ну да. Реальность и в реальность. Но если маг кому-то давал бы его, цвету было бы профи. У того человека ДПС поднялся и у мага. Вот смотри, нормально, сейчас Халёна убьем, опыт на 100% больше, сейчас качнемся. Я так думаю, задумал лучше давать МК. А задум так сказал, к походу ему и... Он шифруется. Либо можно агри дать. Агра тоже нормально бьет. Сова демон, да. Сова демон, кто там еще? А на первой, ой, на третьей фазе, когда уже хп мало, будет лучше за думу дать, потому что у него начнет проки больше будет давать. Кто там? Когда куда дошли вообще? Турбойс. Проху убили? Нет. Матукла убили? Всех убили, кроме Крофа, Ланы, Синдрилича. Ну мы так долго будем ждать. Чё там, в гильдии никого нет, что ли? Всё, позвони-ка для этого Димки. Глаза сейчас подпиток вот этот. Турбойс, давай заходи быстрее.
починитесь пока. Что такое? Да Войт мне уже рассказывал. Чё? На пинку, суки. Да по поводу БС. Турбойс, отлипай. Я пока не могу использовать. Он нас кинул. Тем Дима будет минут 10-15. Во-во-во, зашел. Отлично. Турбой, сразу выходи с инста, заходи в инст. На рыбу поставил, на рыбу не садить. Рыбу кушать. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушений. Даю фулбас. Так, сейчас турбой. Я был в темном мире, и, ну, я так понял, босс у вас был активный ЕТПш. Надо было выйти с инста и зайти заново. А я не мог, меня барьер останавливал. Давай, надо. Я ТП что с общем. Нормально. Больше страшно, он сейчас самолет. Пинг 2800 только у меня. Нет. Да. Не только. 84. Было 500, рвотнулся, стало 2700. Тебе кажется. Мага, да. Бафаем. Чек на готовность. Так, все, лагаю же. Слава, тебя фризит? Вроде нет. Подожди, попрыгаю, проверю. В чат попиши 1-1 там. И сразу токи. Ну все, значит нормально. Один я изготов. Но пинг 1500 показывает. Да так. С ним. Рыба. Кто поел, кто черт, на черту вставайте, черную. Чек на готовность, проели бафы. Шмафы, фласки выпили, рыбу поели. Все готовы. Отчет на пол. Меня одного фризит. Крейду боком. Иди крейду боком в любую сторону. Че, встань сам. Поворачивай в трусы. Трусы сам встань. Вот, нет. Все, ждем метеор. А, побежали. Меня фризит конкретно, причем. Угу. Чувак, да я. Где я Бэдзи думаю? Пролагается, походу. У всех? Нет. Только у тебя. Ну, не только у тебя, конечно, тут с рейдом. Не переведем уже. Да переведем, ничего страшного. Ой, лежат. Че, два БР тратится? Есть БР? Задумок, Кукулин, задума. Далин, БР. Метеор перебежали. Вставай, только все умрет. На роме сальву дайте, на всякий. Не стойте в лужу. Видите, лужу бьет, чего стоите? Бафы раздаем. Три БР, один сдохший все равно, почему-то. Он что, пока пламя уйдет. Его прям под метеор БР.
начать Лачдан выбить. Выноси, выноси. Макс, дай этот хп, хп, макс, хп. Перебежали. Стопнули флот лишний. Через хвост вернешься лучше. За спину квадрат поставь. Давай теперь. Там заходит, говорит, когда нам заходить. Ходить. Встаем слева от дракона. Сам подкручивай, следи, чтобы лезвие у тебя появилось более... Рост. Да, рост даем, сыграем. Турбой снос. Дайте еще один рост, пожалуйста. Еще одну, одну педаль. Так, у тебя шаг. Элемент про, дай рост. Квадратик. Вмещаемся в квадрат. И крутимся в квадратик. Бегом все. Перед квадратиком не бежать, Роме, нет. Почему не бежать? Потому что можно под клиф попасть. Или под дыхание. Поэтому левее квадратика не стоит. Бьем босса сильно. Кастуются лезвия, все хорошо, сместились в квадратик чуть-чуть. Пожирание, Зоил, выноси от лезвия, молодец, от лезвия беги. Угу, красава. Все, бьем босс. Все, все отлично. 55%. Честер, танк, снимайте позиции. Пожирание легли. Красный, четненько, красава. Спелли. 51%, готовьтесь, свет, мы крутимся, в квадратике крутимся, не забегай вперед, куда ты побежал, кто там бегает, что-то милик. Табочка, табочка, выйди, метка. Третий, четвертый свет, третий, четвертый свет, за спиной рейда, вы бегом, идти метка. В квадратике стоим, в метке, а не в столбе. Вы в свету. Третья, четвертая группа, свет. Остальные квадратики. Собака тупит вообще. Турбой с меткой. Выноси. Поздно, полулужа. Здесь спейлинуть можно? Раз. Че, в свету, нормально у вас держите или что? Да нормально, дамаг идет. Бьем хлеб. Квадратик бегаем, докручивай. Выноси, вот шейпер. Метка в крест. Вынеси, 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 беги. Я не знаю, куда идти. Да. Под хвост, сзади него. Станьте сбоку, чтобы перебежали. На месте стойте, от метеора просто отойдите от лужи и все. Терепетируйте свет. Кто-то один, терепетируйте свет. Куда нести, куда бежать. Далее метка. Отдал каплю медвею. Куда вы под лужи выходите? Алло. Роме, Шредер, Даллен. Не бегайте под... Почему урон получает? Стойте в квадрате. То есть так, вот здесь... Поставь нормально. Вот здесь вот уже нельзя стоять. Стойте вот. Выноси. Диор. Лили, выноси. Спелли. Турбой с меткой. Лезвие, крутимся. Впереди квадрата не бежим. Стоим в квадрате. Реали сами там смотрим. Давайте крылья. Тьма больше дамага. Тьма. Дамажим, дамажим. Если есть ретрики... Агромет. Агромет. Дайте агросалеву. Крутимся. Тёр. Уже ранее лили. Давайте. Тьма, стоп. Убрали руки с клав. Просто в квадрате стоим. Все, домаш, бьем. Обрываемся, только отдаем, бегу. Сейчас у нас лезвие.
квадратики, крутим. Квадратики, квадратики. Пожирание, Роме. Старую ману залейте. Ситу. Не надо. Нормально. Прожим, отдавай последний. Дэш от Пеньки, у кого есть нажим. Отдаю Сакус. Последняя метка. Шаман, выноси обязательно. В реале. Лучдаран свою вынеси с сумрака бегом. Все, упало. Леон наш. Дохни уже. Это легкий босс. Ого. Кольцо на хила. Поручили на котов, на ретриков. Подвеска на ретриков на ДК. Че, врывайтесь, РДД. Хилы. ДЦ всех с РС-кой. Сложно? Да не, по-моему, нет. По-моему, нет. Просто не тупить с метками и бегать в сумраке, чтобы не срезало и отлезло. Ставьте на следующий вторник РС-ку. Я, конечно, пораньше постараюсь прийти. Я думаю, как-то побыстрее это будет. Там все в течение часа, полутора максимум. Тем, зада про нас будет? Да. Я предлагаю сейчас, если люди не расходятся, по домам спать там. Предлагаю собраться этим же рейдом, может еще кого-то добрать там и ВК сходить. Хотя бы до Ануба. С этим можно. Я за. Так что... Только я перерыв хотел бы взять минут 10. Так, в принципе, я за ИВК. Там тринки 258 на танков, на хилов. Да, тринки. Опять же, прига. Куча всякого, на самом деле, полезного другого лута. Давайте сходим хотя бы без жука, если не хватит ДПС у нас. Такс. Три танка, у нас как раз три протупала вообще класс. Мейн спек. Ой, ты зачем ее берешь-то вообще? Она тебе не нужна. Я тебе говорю. Ретрики, ретрики, фурики, коты. А тут вот. Я другая. Ой, это мясо. Коты не знаю, ретрики, фурики здесь точно носят ДКшки. Фрост ДК. Да. У меня как раз РП будет. А у тебя что, с острова нету, что ли, шеи? Нет, ты что, я там ничего не делаю. А ну зря. Да ну нормально все. Бисовый. Я бы не сказал, что. Да, бисовый он чулан здесь сидевший. Кобит тоже норм, кстати, с 25 лет. Запястье кожаное. Я вот эти запястьями танчил, и танки вообще не могли держать, когда хастовары делал. Упалы, роги, разносят в эту хрень. На оф, да? Оф спек. На мейн спек. На мейн. Я заберу его. Я на оф. А чё никому? Я на мейн. Никому шея это не нужна, почему странно, может быть сила. Да потому что с острова все шею. Да с острова. Кольцо на хила, мейн спек. Честер, давай, выкини свою палку. Да тут не ролл. Нормально, я понял. Давай реабмен. Маги, дайте портал, а? А, он ушел уже, ну ладно. Оставьте на 21 число еще одну РС-ку, пожалуйста. Да, я поставлю. Че насчет ИВК? Идем, Лимон? Я полетел туда уже, но мне нужно по ВК-шке минут 10. Так что собирайте просто в рейд нормальным дамагом, то есть минимум уже 7+, да, 7-8. Не, на Ануба я не целюсь. Ануба, да, пока будет претендовать, нужно ДПС повышать, а вот... сфармить всех до него, я думаю, мы сил. А сейчас этот будет допроход. Можешь за... Какой допроход? Да. Допроход чего? Да, вчера Влама ходили. Сулка, что ли? Влама. Последний бот остался. В каком бой речь идет? За... Слышит? Маман. Зуламан ласт. ЕП давали уже? О, все. Да. Ты всех больше получил за КД. Почему? Ну, тебе еще сотку плюсом. Да что? Угадай. Сейчас нет? Так. Тебя слышно.
Да, или можешь